Вперед, Ростов! Чемпион страны Ростов-Дон-Юфу прошел регулярную стадию турнира уверенно. По сумме очков донские «Пантеры» уступили лишь питерской «Ладоге». Казалось, эти две команды и разыграют первое место в нынешнем сезоне. Но вмешался «Политех». Самарский коллектив у себя дома смог вырвать важнейшую победу лишь во втором овертайме – 80-77. А экс-ростовчанка Евгения Окснер заработала 18 очков и за малым с 9 подборами не оформила дабл-дабл. В ответной встрече подопечные Николая Танасичука нанесли сокрушающий удар в третьей четверти, довели разницу очков до 12, затем уверенно победили – 64-55. Казалось, чемпиону не составит труда реализовать преимущество своего паркета в последнем решающем матче. Тренер нам просто сказал: девочки, играйте. Играйте свою игру в свое удовольствие, получайте от этого удовольствие. Все. Это обычная игра. И в этой обычной судьбоносной встрече эмоции зашкаливают уже в дебюте. И хотя откровенно грубо, а девушки не играют, некогда «Пантера» страдает на протяжении всего матча. На это нельзя безучастно смотреть. Карету скорой помощи заменяет бывший наставник Окснер Николай Танасичук. Молодец, тренер. Ростовчанки начинают поединок неудачно. Отставание в 11 очков героически ликвидируют во второй 10-минутке. Чувствуется нервозность. Но Самара тоже дрожит. И хозяева, как Феникс, восстают из пепла 35-34 к большому перерыву. Невынужденные ошибки, необоснованные потери, уверенности ни у одной из команд нет. За 22 секунды до конца хозяева проигрывают 62-63. Затем фол на столяр, Александра не промахивается. 2 из 2. У Самары есть 15 секунд. Розыгрыш не выдающийся, но становится гроссмейстерским. А Евгения Кожевникова забрасывает победный мяч 64-65. Времени у Ростова на атаку больше нет. Это конец. Где-то игра была раньше проиграна. Может быть, то, что в начале игры более собранная была команда из Самары. И нам потребовалось силы, чтобы их догнать. Может быть, не хватило этого. Ну, мы сейчас можем просто гадать. Вот. Но факт есть факт. Чемпионство мы свое сложили. Но чемпионат продолжается, правда, без золотой лихорадки. Утешительная борьба за 5-е место начнется уже совсем скоро. Первый соперник донских «Пантер» – московская «Глория» уже 14 апреля. Лев Клинов, Андрей Бортников, на Дону.